Привет, ребята. Обзор дешевой еды. Ну, относительно дешевый. Не сказал бы, что это мега дешево. Игрушки, ну, эти конференц чилийские, уже 100 раз я их показывал. 68. Ну, почему они дешевле? Потому что они высохшие. Они на самом деле больше, они подсохли. Но так все отлично. Огурцы сейчас уже стали дорогие, ноябрь, всяких перекрестках сраных, по 100, этот 39, ну около 40, зашибись. Помидоры тоже сейчас мега дорогие, это 65, но относительно дешево, потому что опять же в перекрестках по 100 и дороже. Апельсины незрелые около 50, ну это в перекрестке я купил, ну кисло, кислятина. И вот такое вот яблоко, огромное яблоко, 45-50, 55 где-то стоит, ну вот это было типа помятое немного, оно подешевле, так 50-55. По-моему, сорт называется Crisp Pink. Отличные яблоки на 5. Ну и все. Особо больше сейчас показывать нечего. Даже в этих дешевых ларьках все стало дорогое. Люди покупают все равно. Перед мной какая-то женщина там на 300-500 рублей купила. Ну вот там от 300 до 500. Какой-то еру накупила там, капусты дорогой какой-то за 150. Ну, на этом все. Пока, ребята. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Ну, в следующий раз уже буду покупать, наверное, по одному огурцу и по одной помидорке. Ну и так, тут 2 яблока, 4 помидорки, 4 огурца. Все, всем пока.